грош. Что со мной сегодня? Я словно разучилась летать. Просыпайся, Крош! У тебя туловища нет! Что это за вещички? Не приближайся к ним! Привет! Ух, сколько волшебных вещей! Если этот ящик волшебный, то, боюсь, не видать мне больше своего туловища. Не бойся, еще увидишь. Великий маг и фокусник Хе-Хе его тебе наколдует. Колдовство – это выдумки. Ну, думаю, что нет. В смысле, я точно знаю, что нет. Вот смотри. Ну, я все равно в чудеса не верю. Это просто какой-то глупый фокус. Ну, раз так, сейчас убедишься. Сейчас обезьянка оживет. Абракадабра, сим-салабим. Кто был игрушечным, станет живым. То-то! Где чудо? Так, подожди. Видно что-то с волшебной палочкой. Абракадабра, симсаля. Да, палочка скользкая. Пожалуйста. Ничего, Амелия, все в порядке. Нет, Лили, я же могла в тебя врезаться. Но не врезалась, все нормально. Нет, не все нормально. Сегодня летать не получается. Не знаю, в чем дело. А вдруг я навсегда разучилась? Ой, глупости. Не глупости, я перестала держаться в воздухе. И теперь даже боюсь взлететь. Ну что ты, Амелия? Нельзя же весь день горевать. Давай во что-нибудь поиграем, чтобы отвлечься. Как не отвлечься? У меня все мысли только об одном, что я больше никогда не смогу летать. Бедняжка, как ей помочь? А? Больше всего на свете она любит летать. Это для нее самое главное. Поэтому мы должны помочь Амелии снова поверить в себя, в свою способность к полетам. Точно! Вот этот самолетик облетел вокруг всего земного шара, а он немногим больше тебя. А? Куда ты? Давай, Амелия, прыгай. Ты отвыкла от высоты. Будешь привыкать заново. Не хочу, не буду. Вот и все, Амелия. Сейчас сверху прикрепим. А что? Смотришься хоть на обложку журнала. А главное, не страшно упасть. Я не упаду, потому что не собираюсь взлетать.
Похоже, остался единственный выход, ха-ха. Да. К шару мудрости за советом. Прыг-скок. Дружба творит чудеса. Ёлки-иголки, хе-хе. Ты тоже говорил, что чудеса бывают. Какой ты умный, зря я тебя не слушал. Эй, вы, слушайте, отличная новость. Хе-хе ей поможет. С чего ты взял? Чудеса бывают. Так нам сказал шар мудрости. А Хе-хе как раз колдовать умеет. Вот это новость, Хе-хе. Ты можешь наколдовать, чтоб Амелия снова летать умела? В общем-то, я не умею по-настоящему колдовать. Так, знаю пару фокусов. Как это? У тебя же есть волшебная палочка. Игрушечная. Но я знаю, как при помощи фокусов можно помочь Амелии поверить в чудеса. Эй, бросай сюда канат, Рори. Он понадобится для страховки. Не волнуйся, конструкция крепкая. Даже слониху выдержала бы. Я все слышу, Рори. А сейчас великий маг потрясет вас волшебством полетов. Нет, меня этим не потрясти. Тогда сейчас великий маг и фокусник Хе-Хе научит тебя удивляться, Скутер. О, что ты делаешь с моим другом? И кто ты такой? Все, Хе-Хе, пора выступать. Устраивайся поудобнее. Сейчас ты увидишь волшебное выступление летающих игрушек. А это безопасно? А? Полеты в воздухе – дело очень рискованное. Тревоги прочь. Любуйся представлением и не беспокойся. Привет вам шлют слоны! Ой. Внимание! Я универсальный робот. Могу танцевать, могу работать спасателем. У тебя получается все с блеском, Рори. Давай с нами, Амелия! Я не могу. Тогда хоть сверху посмотри. Амелия, добро пожаловать. До тебя ему, конечно, далеко. Не то слово. Боюсь смотреть. Крош! Сейчас упаду. Амелия, нужна твоя помощь. Скорее пускай в ход свою колдовство. Разучилась летать. Не разучилась, неправда. Ты упала из-за волшебной палочки. Я ее из рук выпустил. Я во всем виноват. Не хотел, прости. Только ты можешь спасти Кроша. Магия не поможет. То есть он в опасности не понарошку? Выручила! Страху натерпелся! Не мое это дело летать! Давай, Амелия! Вот это волшебное превращение! Значит, дружба и правда творит чудеса!